Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у меня для вас замечательный рецепт. Простой, быстрый, вкусный и очень ароматный. Так, смотрите наши ингредиенты какие. Пекинская капуста. У меня сегодня ее называют еще китайская. У меня, посмотрите, она какого красивого синего цвета. Можно взять зеленую. Одна свекла. Я ее завернула в фольгу и запекла в духовке. Почистила и натерла на крупной терке. Добавляем немножко соли. И добавляем йогурт. Самый простой йогурт. Такой, видите, у меня. Добавляйте свои любимые пряности, специи. Можно добавить чесночок. Будет очень вкусно. Но я добавлю, вот видите, у меня здесь красная луковица. Для тех, кто любит лук, я вовнутрь не буду ложить, а положу сверху. Добавлю. Я в лук добавила сок лайма или уксуса, немножко растительное масло, щепотку соли, щепотку сахара. И дала 10 минут постоять. Посмотрите на нашу капусточку со свеклой. Сейчас надо попробовать на этом этапе. Я думаю, надо немного подсолить. Чесночок, конечно, тут бы не помешал. Был самый класс. Так, вы не поверите, наше блюдо почти готово. Хлебушек черный. Его можно поджарить. Можно вырезать различные формы, чтобы это красиво смотрелось празднично. Ну, так как у меня сегодня просто завтрак. Поэтому выкладываем. Вот так. Смотрите, она как красиво смотрится. А как это вкусно и сочно. Йогурт придает аромат нашему блюду. Теперь, конечно, маринованный лучок. По желанию. Поэтому я его оставила добавить сверху. Если вы не любите, не добавляйте. Так. Ну и, конечно, зелень. А зелень какая у меня? Какая выросла на балконе? Сейчас всем трудно. Поэтому за зеленью я не пошла. У меня листья тыквы, как всегда. И листья свеклы. Все, что у меня выросло. Зато я в нем уверена в качестве. И листья свеклы. Посмотрите, они какие красивые. Как раз гармонируют по цвету. Посмотрите, мы с вами буквально за 2 минуты приготовили великолепную закуску. Очень ароматную, полезную. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами будем готовить великолепные рецепты. Смотрите, это можно или просто как салат. Вот. Выглядит великолепно. Я все жду на моем канале. Приятного аппетита. Посмотрите, как это красиво, быстро и вкусно. Приятного аппетита.